среднемоторная компоновка, мотор находится примерно на месте задних сидений. Привод задний, мотор H23.2.3 завода 200 лошадиных сил, распредвалы от еврея, немного распилен впуск. Электродроссель от 24 м. КПП Т2.4 секунды ЛСД. После того, как силовые работы были закончены, пришла пора установки двигателя на его новое место. Вот такое вот художество стояло под капотом. Мотор стоит полностью на стоковом родном крепеже от аккорда Евро R, прикрученном в штатные места. Печки стоят 2. Штатная подключена также через отдельные трубы в термоизоляции медные на 18 мм, трубы идут по тоннелю от мотора вперед. Сзади стоит дополнительная печка. Также есть дополнительная помпа, которая последовательно качит ось через обе печки. Под капотом находится топливный бак, насос ГУР и радиатор. Машина после переделки используется на Евридей уже 5 лет и проехала около 20 тысяч км. Под капотом также стоит расширитель. Со временем ось уходит из одного расширителя в другой, и надо этот момент контролировать время от времени. Повседневной эксплуатации не отличается чем-то особенным от обычной свапнутой Хонды, ну кроме управляемости и отсутствия места сзади салона. Идея такой машины возникла не на пустом месте. Я всегда хотел среднемоторную машину.
был куплен донор, в доноре задние части салон были целиком разобраны, на месте заднего подрамника выпилил в кузове дырку. Внутрь вставил силовую часть аккорда, обварил. Очень долго примеривался и выставлял все относительно друг друга по лазерному уровню и контрольным точкам, и в итоге геометрия идеальная. Смещение задней оси относительно передней 2 мм, на новых машинах это в пределах допуска. Поскольку сзади силовая часть вся от аккорда, подвеска, привода, ступицы и все остальное поставлены заводские. То есть с передней оси аккорда. В подрамник вварен вал рейки, чтобы зафиксировать колеса в прямолинейном положении. Схождение выставляется так же, как и везде, рулевыми тягами. Управление двигателем было собрано за пару вечеров. Для этого было взято 3 косы, моторный аккорд SF4, салонная Inspire UA2 и родная квадратная. Это все было между собой сращено и прекрасно работает. Проблем не доставляет никаких. Главное все делать аккуратно. Самая сложная часть оказалась – система охлаждения. Так, все. Худо-бедно работает. Прогрелся, антифриз выкачал. Здесь расширитель, правда, полный антифриза. Прогрелся. Вентилятор включился. Вот. Блять, ну тут, конечно, паук проводов пиздец. Я сейчас еще не прибрал. Итак, тестовый. Пробуем газануть слегонца. Дроссель электро, поэтому только с водительского места. Блядь, кедра что-то не включил. N32F103 собран вот этим вот пылевым транзистором, управляется мотор, генерируется шум сигнал. Так, здесь вот для демонстрации есть осциллограф подцеплен, мультиметр выход. Ну, просто взял первый попавшийся кулер от компьютера. Так, 5 скоростей, для каждой скорости свой свет идет, и кнопка переключения скорости. Так, смотрим. Первый режим крутится медленно, он достаточно сложность, где-то около 25-26%. Такое напряжение. Так, следующий режим уже побыстрее крутится. Вот напряжение среднее, там около 4-8 вольт. Третий режим еще быстрее. Четвертый режим. Крутите его. И последний режим. Ну, тут на максимум нажимаем на ходу даже. Но здесь, потому что не спадающих фронтов нет, потерял синхронизацию осциллограф. Ну и 12 вольт. Это максимум, что компьютерному питанию дает. Она стоит на 50 градусов сейчас. Ну сейчас я только что посмотрел температуру. 45. Вот она стоит, когда перегреется, начнет пищать и отключит бензонасос.
если не нажать вовремя кнопку. Сейчас посмотрим. Должно довольно быстро прогреться. Вот он, мотор стоит. Все синее, до нельзя. Вот она, платка стоит. Она подключена к майн-реле. То есть, когда она сработает, просто отключится топливо и мотор заглохнет. Зажигание останется включенным. И вентилятор, если будет работать, то останется работающим. Он по Bluetooth отсылает данные. И я вот сейчас видео снимаю, поэтому не могу смотреть, сколько температура одновременно. Пищит очень противно. Сейчас посмотрим. Наверное, уже должен сработать скоро. Вот. Если не нажать кнопку, то заглохнет. Если нажать, то ничего не произойдет. Все штатное оборудование, необходимое для полноценной эксплуатации авто, подключено и работает, как то печка, музончик, стеклоподъемники, ГУР, вакуумный усилитель тормозов и т.п. Нужно фары лаком покрыть, чтобы не помутнели, 6, поменять лампочку в туманке, 7, разобраться с трамблером, 8, убрать ржу на арках. Поездки 83,8, температура охлаждающей жидкости. Так, машину глушим, просто включаем зажигание. Ну вот, машина не заведенная. Включаем зажигание, смотрим, температура будет сейчас расти. Вот, растет, растет, растет. И так она за пару минут вырастет градусов, наверное, на 5-6. Ну а потом начнет убывать. Вот я вот, вот это вот я называю тепловой удар. Не знаю, насколько правильно или нет. И надо придумывать, как с этим бороться.
Нужно сделать втулку для руля, чтобы поворотники сами отключались, сейчас только в руки. Нужно плавающий контакт клаксона в руле починить. Машина была автоматная, поэтому нужно было внедрять педаль сцепления. Вариант тросиковой сцепы по понятным причинам отпал, просто трос такой длины не найдешь, чтоб на коробке в багажнике выжимать. Салон штатный, из стеклопластика склеена handmade центральная консоль, которая закрывает тросы КПП и развернутую задом наперед кулису. Сидушки стоят от Селики ZZT. Двигатель 2.3 бензиновый, 200 лошадиных сил, механическая коробка передач, задний привод машины 1991 года выпуска.